Здравствуйте, дорогие любители гармоники, с вами вновь Павел Уханов. И в этом небольшом видео я хочу вам рассказать, как подключить гармонику с MIDI-системой к звукоусилительной аппаратуре. Есть разные варианты, сейчас я вам про них расскажу. Самый верный, самый классический, самый стабильный способ – это использовать кабель джек-джек. Вот такой вот кабель, он продается отдельно, а можно купить в любом магазине. Кабели рекомендую покупать хорошие, качественные, дорогие. От этого зависит не только их срок службы, но и даже звук. Этот кабель мы вставляем в гармошечку. Есть специальный выход джек. И другой конец, который выглядит точно так же, мы вставляем в колоночку. Причем надо следить, чтобы в колонке был именно выход линейный или гитарный. Но кроме этого провода есть еще другие варианты подключения. Если у вас вдруг нет именно такого провода, нет времени идти в магазин, а хочется поскорее подключить гармошку. И у многих наверняка найдется обычный провод мини-джек на мини-джек. Есть у гармонии тоже выход мини-джек, то есть сюда мы можем подключить наушники. А обратную часть мы подключаем в домашние колоночки, и гармошка играет. Либо, если у вас есть переходник, то можно вот переходничок с маленького джека на большой вставить. И опять-таки вставить в линейный вход на колонке, если колонка у вас более профессиональная. Помимо такого подключения можно использовать провод мини-джек, который расходится на два тюльпана. Так в простонародье называются вот такие штекеры, красный и белый. Вот с другой стороны джек. То есть также мини-джек вставляем в выход на наушники. И обратной стороной вот эти два тюльпанчика вставляем в колоночку. Кстати, если есть такой провод, можно даже вставить в телевизор. Везде, где есть вот такой именно вход, есть иногда выходы. Вход обозначается input, выход output. Вот если есть input с тюльпанами, вы спокойно можете подключить хоть в телевизор, хоть в колонку, хоть еще куда, хоть в музыкальный домашний центр, свою электронную гармошечку. Вот три варианта. Это провод джек-джек, это провод мини-джек на мини-джек и провод мини-джек на тюльпан. Кстати, то же самое можно взять этот провод мини-джек на тюльпаны. И если у вас есть переходничок на большой джек, то опять втыкаем в большой выход из гармошки и дальше в тюльпаны. То есть куча разных возможностей. Теперь вы можете посмотреть, какая у вас дома есть аппаратура и понять, какие вам нужны провода, чтобы подключить свою электрогармошечку. Либо вы, если хотите заказать электрогармонь, пока она делается, вы уже можете примерно прикинуть, какая вам нужна колонка, какие у нее должны быть выходы и, соответственно, какие нужны провода.